Ну, после вот того живого телевидения, где я выступал, ну, очень большой перерыв, но я постараюсь, так сказать, адекватно осветить эти книги. Вот. Я начну с книги «Россия вечная». Эта книга не художественная, но для меня очень важная. У меня две философские книги, одна «Судьба бытия», другая вот эта «Россия вечная». Да? Вот. А «Судьба бытия» переведена и переводится на иностранные языки. Это на русском языке вышло пока. И эта книга, само название говорит, что это книга о России духа, то есть о русской душе, о России духа и о том, до какой степени вот эта вечная Россия, да, воплотилась в нашу земную историческую Россию. Вы знаете, трудно рассказать все, потому что сама книга «Россия вечная» содержит несколько глав, которые отражают как бы все аспекты исторического бытия России. Здесь русская культура, православие, Россия и Восток – это очень важно. Невидимое мировоззрение, то есть то мировоззрение, которое пришло к нам из глубины веков, еще до христианских, еще до языческих, да, и которое, я думаю, все же живет у нас рационально. Да? Вот. Русское бытие и вторая реальность, так называемая. Да? Целый цикл глав, посвященный как бы раскрытию сущности России, духовной сущности. Ну, причем под словом «русский», да, здесь имеется в виду не только, собственно, русские, но и все те, независимо от происхождения, кто живет в русской культуре, в русском языке и любит Россию. Были даже случаи, когда на Западе человек, совершенно не связанный с русской культурой, с Россией, в частности, вот история Сюзан Месси, да, о которой буквально с ее детских лет говорили, что «Сюзан, у тебя русская душа». Потом она стала одной из самых яростных поклонниц России. Вот в 20 веке она американка и написала изумительные книги о России. Она, конечно, идеально знала русский язык и так далее. Да? «Жар птица» – одна из главных ее книг. Это я говорю к тому, что эта книга, в общем, посвящена русской духовности и русской идее. Начало, которое, слово, которое происходит от знаменитой книги Бердяева «Русская идея», да, вот. И, но здесь русская идея понимается как всеобъемлющее мировоззрение, как вселенское мировоззрение, а не просто как мировоззрение одной исторической эпохи или просто даже нашей земной России. Это будет понятно из изражения этой книги, поэтому оно довольно сложное. Там есть очень написано простым языком, но есть главы, связанные с таким углубленным философским познанием. Да? Но чтобы быть более конкретным, да, я приведу вам примеры просто из поэзии. Потому что когда мы оказались в эмиграции, был такой шок ностальгический, да, и я обратил внимание на следующее. Я не мог объяснить силу вот этого чувства.
И, естественно, тогда я обратился к чему? К русской литературе, к русской культуре, пытаясь найти там, что, чем же Россия так привязывает к себе, в чем загадка, да? И когда я стал перечитывать нашу классику, вот, от Гоголя до Блока, до Волошина, поэзия особенно, да, Достоевского, да, передо мной раскрылась совершенно другая картина. Я увидел, что мы просто еще не полностью прочитали нашу классику, что осталось еще некое метафизическое такой уровень, который как бы не прочтен, или его знают, но как-то это не образует целого мировоззрения, целостного мировоззрения в нас самих. И, кроме того, поэты, вообще говоря, они вот в исламской традиции им поклоняются как пророкам на Востоке вообще, да. Потому что считается, что если поэт даже проник в такую сферу, которая как бы непонятна людям, и даже выходит за пределы традиционной религии, говорит о чем-то таком, вот, то все равно это объясняется вот таким прорывом. У поэта это происходит молниеносно. В прозе это то же самое, но по-другому. И поэтому я хочу сказать, вот, чтобы понять эту книгу, ее легче понять, когда обратишься к нашей классике, к нашей поэзии, как к некому такому таинственному ключу. Ну, сначала вот возьму такой момент. В русской поэзии любовь к России часто выражается такими словами, что я люблю тебя, но сам не знаю за что. Да? У Есенина, у Лермонтова. Есенин буквально чуть ли не повторяет слова Лермонтова. Но люблю тебя, родина кроткая, а за что, я понять не могу. То есть чувство любви необыкновенно сильное проявлялось, так, по крайней мере, тогда. Вот, и в советское время тоже осталось. Вот. А в те времена это было что-то необычайное, видно по степам. Так чем же объяснялось-то? Эта любовь как бы выше понимания. Да? Вот. И, естественно, после этого поэзия обращается к чему? И литература. К тому, что в основе этого чувства, да, лежит какая-то тайна, тайна России. Это повторяется в русской поэзии очень часто, у Блока особенно, да, дремлю, а за дремотой тайна, и в тайне ты почиешь, Русь, ты из во снах необычайно твоей одежды не коснулся, и так далее. У Блока особенно это в сильнейшей степени выражено на уровне его гениальной поэзии, да, что в основе вот России лежит какая-то тайна, именно тайна. И этим объясняется вот это чувство к России, чувство русской, да, в широком понимании этого слова, которое описано в русской литературе очень сильно. У Гоголя, например, там это просто проходит такой мистической волной. Вот. Далее следующий, третий момент. Просто вот эти хрестоматийные знаменитые слова Тютчева, да, умом России не понять, аршином общим не измерить, у нее особенный стат, в России можно только верить, да. Это, казалось, уже повторяется, но все дело вот в чем, что это вытекает из того, что в основе российской духовности лежит какая-то тайна, да, вот, но это подтверждает это знаменитое стихотворение, которое можно считать какой-то вот основой, да, лирического такого и философского проникновения в суть России, но
Здесь стоят такие вещи, на которые не обратили внимания. Именно умом России не понять, да? Умом, может быть, действительно не понять, но в философии есть такое понятие о интуитивном интеллекте, да? О мощи интуиции, о мощи интуитивного интеллекта. То есть есть над обычным умом человеческим более высокий ум, да? Ну, можно сказать, божественный, неважно, который обладает способностью проникновения молниеносного ума в постигаемый объект. Да? Вот. И вот этим умом, именно вот интуитивным умом, которым познаются истины, скажем, истинное богословие, истины метафизики, да, которые в опыте конкретно нельзя узнать. Вот. Оно постигается только вот этим умом, направленным вверх. Вот таким умом России все-таки можно понять, хотя до некоторой степени, потому что в конце этой книги я написал такие слова: «Слава России и ее непознаваемости». То есть все же для нас, может быть, для будущего поколения потомков нет, но для меня, по крайней мере, остается определенная непознаваемость. Это хорошо, потому что это тайна. Вот. И, наконец, вот смотрите, знаменитое стихотворение Волошина «Россия, 1915 год», война, кровавая бойня, вот, устроенная, так сказать. Вот. И там, я не буду цитировать все стихотворение, но там кончается так двумя четверостишами, обращенными к России. «Сильна ты нездешней мерой, нездешней страсти полна, неутоленной верой твои запеклись уста. Дай сил за тебя молиться, познать твое бытие, твоей тоске причаститься, сгореть во имя твоей». Вот последняя четверостишая из этого знаменитого стихотворения, да, совершенно определенно раскрывает некоторые моменты. Во-первых, сильна ты нездешней меры, что значит это? То есть Россия как бы выходит за узкие пределы этого земного мира, то есть мерит нездешние меры, да? То есть и неутоленная вера твоей запекли уста. То есть все время это четверостишее показывает, и что отражено в русской литературе у Достоевского и у других, и у Толстого, кстати, сильнейшей, с огромной силой. То есть неутоленность веры – это, значит, направление к чему-то запредельному, к стремлению познать вечные тайны до конца, нездешние меры, неутоленность веры. То есть это, вот, это стремление выйти за узкие пределы того, что нас окружает, стремление к запредельности. И потом, и последнее, конечно, очень сильно эмоционально, да, твоей, там, твоей тоске причаститься. То есть элемент вот этой так называемой русской тоски, он очень тоже проходит сильно в русской литературе и в русской жизни. Вот. И дело в том, что слово «тоска» непереводимо на иностранные языки. Есть слово «грусть». Да? Вот. А «тоска» – это чисто русское слово, и оно как раз обозначает, ну, можно так сказать, грусть по невозможному. Грусть по тому, чего нет. Да? Вот. И это опять-таки показывает вот это необычайное стремление к запредельному. Любое отталкивание от завершенности. И завершенность становится банальной, и начинается движение дальше, вперед и вперед. Поэтому из вот, просто анализа русской поэзии видно, что видно одна из самых таких кардинальных вещей, которые содержатся в этой книге относительно России вечной, то, что русская идея
это вот особенно видно так и в литературе, да, она не может вместиться, грубо говоря, она не может вместиться в земной мир. Она выходит за него пределы очень в высшей степени. И это отражено также в поэзии. У Бальмонта есть потрясающее стихотворение о родине, о России, но которая находится не на земле, то есть находится в звездном небе. Потрясающее стихотворение совершенно. И у Есенина, это его концовка, «Русь преснодева, поправшая смерть звездного чрева, упала на твердь». То есть опять русско-вселенское начало, да? «Русь преснодева, поправшая смерть». Дело в том, что и конкретно, как Есенин же был, это был гений, но это был народный поэт, вот все эти празднества православные, да, они все время подтверждали факт бессмертия души человека, факт надзвездности. И Русь была вот тоже, это мы потеряли, но это остается в наших душах. Русь как небесная родина. Когда приезжали даже в начале 20 века сюда иностранные писатели, да, они были поражены видом Москвы, что им он казался какой-то абсолютно восточный город, наполненный, просто наполненный Богом, так проще говоря. Настолько это обилие церквей, перезвоны, эта вся обстановка, и вместе с тем вот эта жизнерадостность тогда русского народа, да, потому что он был наполнен этой верой, это создавало совершенно какой-то... Вот «Алиса в стране чудес», вот эта известная книга, она была навеяна именно вот этой обстановкой. Вот. Но дело не только в этом, это один аспект. Здесь в этой книге просто показано, что реализация вот этой русской идеи, да, как всеобъемлющей идеи, да, как всеобъемлющего мировоззрения, возможно только при условии, ну как, существования России или русской идеи, как назвать, в космическом мире, то есть в других мирах тоже, да, вот. Ну, дело в общем, что согласно любой такой традиционалистской доктрине, великая, любая великая идея, да, если она не может вместиться настолько глубока, что не может вместиться, скажем, в пределы земной истории, да, вот, она неизбежно воплощается в других мирах. Миров этих, как посмотрите на звездное небо, видимо-невидимо, да, и это есть и в символе веры, да. Бог создал видимые и невидимые миры, да, и вот. Таким образом, здесь очень важный момент, вечная Россия – это та Россия, которая воплощена не только здесь у нас, но и воплощена в других мирах. Вот, это подробно развивается. И там уже дальше идут уже совершенно такие запредельные вещи, которые связаны с отношением России и абсолюта. Вот. Но кроме вот этой такой напора от России духа, да, здесь другая глава посвящена, называется так, «Великой России», да, но это посвящена современной России. Здесь идет сначала вечная Россия, то есть Россия духа, а потом Россия, наша Россия, две главы, вот, начиная с Великой России. То есть здесь конкретно описывается наша ситуация, наше, так сказать, поражение, да, вот, которое потерпела Россия в 90-е годы, когда царился хаос, и когда была угроза даже потери суверенитета страны. Вот. Сейчас этого нет, к счастью. Вот. Ну, и там я не очень разбираю причины этого. Причины – это дело политиков разбирать. Вот я не политик, вот, не принадлежу никакой партии. Вот. А там я показал, что выход из этой западни
если он состоится, и если мы преодолеем эти трудности, что нам обещают все-таки, да, вот, то я нарисовал просто там картину, ну, ближайшего будущего, которое было бы желательно, и которое соответствует просто настроению народа даже, да, который по социологическим обследованиям, то, что он желает, это два разных очень элемента. Это первый элемент – это социальная справедливость, второй элемент – то, что мы должны жить в великой стране. Это ощущение великой страны, оно живет в народе. Вот. Это связано с историей России, что мы живем в какой-то великой стране, которая что-то предназначена, которая есть предназначение. И поскольку это чувство реальное, оно живет в людях, то это означает, что действительно Россия предназначена какой-то особой судьбе, так же, как и другие великие народы. В общем, да? Вот. Но какая судьба у каждой, какая миссия у каждой страны, это уже дело каждой страны. Понять свою страну и ее миссию. Это другое дело. Мы говорим сейчас о России. Вот. И там показаны, рассказаны все проблемы вот, современные, и что хотелось бы иметь. Да? И показано ясно, что Россия все-таки образует собственную цивилизацию, российскую цивилизацию. Вот один из моментов, который там показан в этих конкретных статьях. Да? А конкретная Россия, имею в виду, что Россия наряду образует собственную цивилизацию, наряду с другими цивилизациями, скажем, китайской, индийской, мусульманской, западной, да? Вот наряду с этими цивилизациями существует российская цивилизация. И было бы счастьем, если бы эти цивилизации как ожерелье на теле человечества, вы жили бы в мире без войн и жили, уважая каждый друг друга, уважая цивилизации, да? Уважая веру и дух каждого народа и каждой цивилизации. Но это немножко утопично звучит, но тем не менее такое пожелание есть. Почему именно образует цивилизацию? Дело в том, что в центре любой цивилизации стоит не экономика, на которую сейчас все помешались, но это естественно, или деньги, на которые помешались, но это естественно сейчас, потому что положение такое, да? Но в принципе основой цивилизации является не экономика, а человек. То есть его, какой человек, такая и цивилизация. Современный индус и современный американец, да, они живут в одном и том же мире, увы, или англичанин, ну, сравним, да, они живут в одном и том же мире. В Индии такая же технология, как и в Англии, даже лучше сейчас, по крайней мере, в области компьютеров и ракет, да, Индия опередила. Вот. И политический строй в Индии такой же, как в Британии, похож на американский, то есть такая вот демократия, да. Вот. Но цивилизация настолько другая, что каждый, который приедет в Индию и знает Соединенные Штаты, увидит, что это не разные страны, это две разных планеты, просто разные планеты. Политическое устройство одинаковое, экономическое одинаковое, а планеты другие, потому что индус живет совершенно другими ценностями, чем средний американец и так далее. То есть это просто разные планеты. Я не буду в это углубляться. Я хочу только показать главный критерий слова цивилизации, именно человек. А человек у нас очень отличается. Он очень отличается от западного человека, хотя внешне все вроде похоже. Да? Вот. Я не буду об этом говорить. Я знаю западных людей. Они хорошие, но они другие. Вот. И, конечно, китайская великая цивилизация, которая поднебесная, это удивительная страна. Вот. Это совершенно другая цивилизация, чем индийская. Они просто противоположны друг другу даже. Ну, короче говоря, российская цивилизация, она одновременно, вот как говорил Достоевский, русский человек, все человек. И несмотря на то, что мы очень самобытны, необычайно самобытны по сравнению с другими, вот,
Тем не менее, кто сейчас самый великий поэт Земли, писатель Земли? Достоевский. Шекспир, драматург. Вот, он на первом месте в этом сфере, да? Достоевский, Толстой. Ну, там немножко ниже, да? Ну, о Достоевском написано книг больше, чем о каком-либо писателе. В Японии 1,5 миллиона экземпляров переизданий «Братьев Карамазовых». Так, 1,5 миллиона вот, переизданий. То есть симпозиумы идут о Толстом, о Достоевском непрерывно на Западе. Они в связи с общим упадком, общий упадок вообще идет везде, да, но там нашу литературу изучают даже больше, чем мы, потому что они как-то хватаются за нее, они видят в ней то, чего у них нет, именно. Потому что русская литература проникнута вот, ну, философской подосновой. Это не только литература, это философия. Вот. И поэтому там, как написала одна студентка славянского факультета в Финляндии, она написала Златоустскому, когда он там преподавал, что если бы не русская литература, я бы покончил самоубийством. Вот так. Наша литература – это такое сокровище, такое достояние, нами еще не помнят, кстати говоря, до конца. Но она в мир несет просто нечто необычное. И особенно, конечно, Достоевский, Толстой, Чехов, Майгоголь, да, и вообще вся классика. Вся классика, ну вот, включая, пожалуй, Булгакова, Платонова, они же родились в дореволюционной России, когда храмы еще стояли, они оттуда. Ну и вот этот момент, там тоже подчеркнут этот момент самобытности русской, российской, вернее, цивилизации, да, что это целая цивилизация, как и другие. Ну и потом идет ряд статей о русской литературе, о метафизике и просто о том, как, что меня толкнуло на создание этой книги. Вот. О чем я говорил в начале, что просто вот во время кризиса жизни в Соединенных Штатах, да, я просто был брошен в бездну русской культуры и в бездну русской литературы и этих переживаний с целью понять, что такое Россия и почему к ней есть такая любовь и такая тяга, которые сейчас, в 90-е годы, почему они были страшны? Страшнее, чем война 41-го года. Потому что в это время многие люди теряли любовь к своей стране. А народ, который теряет любовь к своей стране, он гибнет. Это известно из исследований на Западе. Народ, который теряет уважение и любовь к своей стране, он или ассимилируется, или завоевывается. Это просто исторические факты. Ну, а нам в 90-е годы только об этом и твердили, какие мы плохие. Все понятно. Вот. Ну, и я, так сказать, углубился тогда вот в это. И вот результат была эта книга. Это второе издание, но очень дополненное. Очень дополненное. Потому что то было более краткое, вот, а это дополнено. Ну и теперь последнее, очень кратко об этой книге, потому что уже много состоялось презентация этой книги после конца. Это роман, это книги две противоположности. Потому что эта книга, книга ну, оптимистическая, так выражалась языком. Эта книга ну, довольно пессимистичная, но не очень. Вот. Это книга о человечестве перед концом мира. Вот. Но с сохранением, так сказать, как ориентира ну, христианской традиции о конце мира. То есть то, что это несет, это конец несет не только конец, но и новый мир, но и создание нового мира и спасение именно в этом новом мире, да, согласно традиции не только христианской, но и всех традиционных религий. Да? Вот. Но картина перед человечеством, она, конечно, такая, ну, мягко говоря, она такая душераздирающая, но вместе с тем и не безысходная. Совершенно нет безысходности. Вот что странно, во всех моих книгах, в «Шатунах» в том числе, никто не чувствует
без скромности. Хотя, казалось бы, какая-то мрачная картина, да. Вот. Но, а многие считают эту книгу просто реалистической, потому что тут описано то, что уже есть сейчас, по крайней мере, в зачатке. Вот все, что я хотел сказать об этой книге. Она недавно издана, вот, осенью 2011 года. Все, спасибо. Знаете, хочется сказать, что мы ни одного альманаха...